девушка, а можно я вас сфотографирую? А мне хотелось бы сравнить любовь с самой вкусной вещью на свете, с шоколадом. Неземное блаженство. День влюбленных и шоколад просто созданы друг для друга. Несмотря на то, что диетологи не рекомендуют передать сладости на ночь, сделайте на ужин 14 февраля исключение, записывая формулу. Шоколадные валентинки плюс шоколад, он же афродизиак, плюс ты наедине с любимым, равно прекрасный вечер вдвоем. Прежде всего, это не только то, что вкусно. Прежде всего, это то, что воспитывает. Воспитывает красивые взаимоотношения. Воспитывает красивую любовь. Ведь если молодой человек преподнесет своей очаровательной девушке набор шоколада со словами: «Для мира ты кто-то, а для меня ты целый мир». Неужели после таких слов ты не поверишь в настоящую силу любви? Я бы поверила. Согласись, Благовещенец, ни одно чувство в мире не может быть похоже на любовь. Она бывает столь же нежна и вкусна, как молочный шоколад, такая же сладкая, как белый, и столь же терпка на вкус, как горький шоколад. Основа шоколадной коллекции 2012 года – это ангелы и сердца. Как же я тебя люблю. Специально для таких романтиков придумали шоколадный боди-арт. Это чувственное развлечение для влюбленных, помноженное на удовольствие со вкусом шоколада. Страстный диалог художника и его музы. Рождение шедевра, свидетелем которого становишься ты. Вкусно, наверное. Выбирай самое романтичное место для свидания. Приглушенный свет, тихая музыка, только ты и он. Чтобы приготовить любовь в шоколаде, понадобится всего два ингредиента. Это ваша любовь и настоящий шоколад. А теперь, собственноручно, выливай формы шоколадные сердца. Мужчина и женщина в поиске взаимопонимания. Они не могут жить друг без друга и не могут найти общего языка. Они такие разные, как огонь и вода, свет и тень, темный и белый шоколад. А пока сердца готовятся... Горячее молоко плюс шоколад равно шоколадный коктейль. Ищи записку с пожеланиями, загадай желание и прочитай, что же готовит тебе судьба. Теперь наша любовь в шоколаде. Спасибо, ангелу. По совместительству Татьяна, дежурная по рубрике.